Denn der Hitler... Помню, как Гитлер, выступая как-то перед подростками, сказал: «Вы должны быть шустрыми, как борзые, крепкими, как кожа, и твердыми, как сталь круппа. Что это, как нежелание закалить детей, чтобы затем пустить их в расход, как пушечное мясо?» Дядя Вова? Да, имеется в виду господин Путин. Это правда? Они это всерьез делают? Да. Ну, тогда это намного мощней, совершенней, чем то, что было в наше время. Объясните. То, что все они так вот образцово выглядят в этих пилотках в одинаковой униформе, выстроенные в ряд, это действительно еще круче, чем тогда в Германии. Это ровно те строчки, которые можно обнаружить и в нацистских песнях. Пойти до конца, пожертвовать собой ради народа. Я надеюсь, что таких хитов в Германии больше не будет.